Nie. Gadaj do nas. Так, дорогие женщины, а теперь вашему вниманию мы хотим представить один интересный видеоматериал, посвященный кафе. Давайте попробуем представить, что находимся не здесь, в этом замечательном, очень красивом, уютном зале, а в следственном изоляторе. Вот он, следователь, и вводят подследственного. Посидим, поговорим. Подследственный? Присаживайтесь. Спасибо. Еще на СИЗУсь. Вот дело наше изучаем. Рассказывайте, как все было. Да как было, как было. Обыкновенно было, как было. Нахожу трамвай. Прямо передо мной сидит женщина. На руках у нее такая большая косолка. И вот эта женщина открывает косолку, достает оттуда сумочку, закрывает косолку. Открывает сумочку, достает оттуда кошелек, закрывает сумочку. Открывает косолку, кладет туда сумочку, закрывает косолку, открывает кошелек, достает оттуда деньги и таким мерзким, таким противным голосом говорит: «Передайте на билет!» Закрывает косолек, открывает косолку, достает сумочку, закрывает косолку, открывает сумочку, кладет туда косолек, закрывает сумочку, открывает косолку, кладет туда сумочку, закрывает косолку. Все? Нет. Через какое-то время говорят: «Женщина, возьмите ваш билет». Вот эта женщина открывает косолку, достает сумочку, закрывает косолку, открывает сумочку, достает косолок, закрывает сумочку, открывает косолку, кладет сумочку, закрывает косолку, открывает косолок, кладет туда билет, закрывает косолек, открывает косолку, достает сумочку, закрывает косолку, открывает сумочку, кладет косолек, закрывает сумочку, открывает косолку, кладет сумочку, закрывает косолку. Тебе все? Нет! Еще через какое-то время и говорят: «Женщина, возьмите вашу сдачу». Вот эта женщина открывает косолку, достает сумочку, закрывает косолку, открывает сумочку, достает косолок, закрывает сумочку, открывает косолку, кладет сумочку, закрывает косолку, закрывает косолок, кладет туда сумочку, закрывает косолок, открывает косолку, достает сумочку.